Я знаю, все тоже понимаю. Вы в церкви сегодня были? Нет. Подумайте о душе, а тогда будете мне делать вопросы. Наведите здесь порядок, чтобы там не заступали. Я делаю не вам замечание, хочу делать водитель. А ведь водитель делает то, что я ему. У нас послушание еще есть послушание в церкви. Да, ну права-то вы найдете. Если я разрешу, возьмете, не разрешу, не возьмете. Вот там наведите порядок, тогда будете говорить. Я не мальчик вам, чтобы стоять здесь. Такси, сколько я писал раз писем? Вас наставили? Извините, мы их выгоняем отсюда. Вот выжените, чтобы я мог объехать по кругу. Там можно говорить. Свободно объехать. Я знаю, я уже 22 года езжу, вы только 3 недели появились, а я 20, вы не записываете, так, этого мне нужно. Так это что, означает, что можно нарушать вам то, что вы... Вы нарушили сегодня? Да, вы нарушили. Вы нарушили сегодня, были в церкви? Ваш водитель нарушил сегодня. Ничего, слава Богу. Поехали. Все есть, ребята.